Ну что, телепузики, мои сахарные заводы, Калуга бандиты, жилетовские, всем привет, мои подписчики, кто подписан в Жилетове. Начинаем жрать на камеру. Сейчас суп. Суп я рисовый. Ой, хоть остыл. И чеснока еще бросила. Я без хлеба, чтобы больше влезло. Огурцы соленые, это компот из яблок, и картошку сварила, обжарила. Я, конечно, без хлеба буду. Хлеб есть, я без хлеба. Конечно, с хлебом бы хорошо бы. Суп. Рассол попила немножко. Ну, на чуть-чуть выпила, а то обопьюсь. Угу. Мне не жирно, а вам не знаю. Такая вкуснятина. Чеснока 2 зубчика таких жирных положила. Я купила еще. Чеснок 2, это каждый день ем утром. Каждый день ем. Угу. Жирно. А вам не знаю. Окна открыл, а то жарко будет. Сейчас свеклу поставила варить. Обязательно раз в неделю, два раза свеклу, ну хотя бы один раз. Перец черный здесь. Бесподобно. Наверное, проглотила. Перец черный. Продолжение банкета. Вот картошка вареная, обжаренная. Огурцы. Хлеб не буду. И компот. Кофе тоже не буду. Ой, как вкусно. Как в деревне. Как в деревне обжаренная картошка. Ребят, такая вкуснятина. Картошка вареная, обжаренная в масле. Бабка моя так делала. Сварит, потом обжарит. Ну, надо посильнее обжарить, я просто некогда, ребят. Мукбанг делать.
Так вкусно. Не завидуйте, это лично. Бесподобно. Вообще вкуснятина. Отпад. Это еда только для толстых. Худые вы на меня не смотрите, кто на диете. На меня не смотрите. Это диета только для жирных. А вы худые для себя диету делаете? Диета хорошая у меня. Вообще вкусно. Отпад. О, всем спасибо за мукбанки, смотрите мои, лайки ставим. Мне не жирно. До вечера.